Иногда вроде бы есть и сколько угодно времени, и огромное пространство, но почему-то двигаться вперед невероятно трудно, как будто движешься против ветра или сквозь толщу воды. Может быть, это от того, что ты один, и ты такой странный. И этого времени и пространства слишком много для тебя одного. В нем слишком пусто. Может быть, все дело в том, чтобы найти тех, с кем ты будешь не один в этом большом пустом поле жизни. Таких же странных, как ты. Тех, с кем можно даже никуда не ходить, просто стоять, слушать, как мимо течет жизнь, отматывает секунды время, плывут небеса, шуршит трава, хлопает крыльями ветер. Тебе снова нужно будет идти, ну, скажем, узнать, что там за горизонтом. Если тебе повезет, возможно, найдется кто-то, хотя бы один, кому с тобой по пути. Видимо, в том-то и дело, чтобы найти своих.